Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня открыли кузницу Лепрекона с 26-го, ну, точнее, с 25-го, с 26-го уже по 5-е число. Вы имеете возможность получить плюшки. Плюшки довольно-таки неплохие, честно говоря. Я удивлен, что LG это добавило. Каждый день надо входить в игру и забирать эти плюхи, 2 единицы каждого материала, то есть вы можете каждый день получить, потом их тратить. Я показывал, я потом в конце тратил, коды я под видео вам буду прописывать. Соединяйте 8 любых материалов, то есть в разные комбинации, чтобы получить случайную награду. У вас должен быть хотя бы один материал каждого вида использован, и особые плюхи вы получите только один раз. Вот так вот. Поехали. Смотрим, как она выглядит. Вот так вот выглядит эта кузница Лепрекона. Трава, вода, растение какое-то и тюльпан. Цветочный будок. Бутон. Так, что можно получить? Кристалл Апекса, камень Апогея, сундук таланта 5, сундук с эмблемой, Прайм, льдышка 100 штук, руна таланта 9 и сундук отличных чар. Ну что, отсюда в принципе самое такое востребованное, это конечно же льдышка, донатный питомец, руна таланта 9 уровня, сундук отличных чар, честно говоря, такое. Ну, кристаллы Апекса тоже стоит забирать, потому что другим способом их пока не получить. Так, скиньте материалы для... Так, входите в игру каждый день, чтобы получить по 2 единицы каждого материала. Вот так вот. Потратьте минимум 1 сапоцвет, чтобы получить еще по 2 единицы. Соедините 8 и получите какую-то плюху. Давайте так. Забрать. Забрали. Так, тут у нас на прокачку. Вот кому ставить, непонятно. Кого мы будем качать в ближайшее время. Какую имбу. Давайте рольным за 450. Хотя, блин, надо... Так, отлично. Поехали сейчас. Рольнем. Блин, битву гильдии в последнюю очередь проходил. Смотрел видос. И завтыкал. Что там у нас по битве гильдии. Все так же висит. Так, ну что, давайте. Let's go. Заберем плюшки. Не хватает слотов, ну как всегда. Кстати, надо отсюда скупать тоже плюшки. Так, слизняк однозначно забираем. Не хватает места. Да, это же что-то расщедрились прям в этот раз. Так, отлично. Ну, вроде места у нас хватает. Кстати, купим коробочку. Поехали. А!
А чё я нажал? А, я добавил так. Ладно. Хотел за 450. А, так, хорошо. С этим разобрались. Поехали в акцию. Сейчас заберем плюшки. Кузница Лепрекона. Такс. Того у меня есть 4 попытки. А, давайте так. Надо перезайти. Так, необходимо в сумме 8 материалов. А что не дает использовать? По 4 все. 5, 6. Надо 8. Давайте 4 двойки сделаем. Сущность студеного рыцаря. Такое себе. 4 двойки, понятно. Давайте что-то поменяем. Хотя что мы поменяем? 4 двойки — самая, блин, невыигрышная комбинация. Вот это я, конечно, ступил. Так, ладно. Я вам буду комбинации уже в течение дня писать. Давайте позабираем эти плюхи, чтобы они не пропали, я не завтыкал. И поехали потрешуем. Есть у нас коробочка. Блин, вот знаете, не знаю даже. Конечно, хотелось бы очень ремку. Хотелось бы очень ремку. Вот скажите, вот те, блин, что за западло? Как обычно, блин, какую-то дичь дадут. Вот нафига мне это СУ? Вот что мне с ним делать? Аж бесит. Чё он лиском так не падает? Так, окей, ладно. Чё расстраиваться, это русский сервер. А, так, надо быстренько забрать еще награды. Чё у нас по битве гильдии? Не хочет. Надо, кстати, дальше, значит, проходить подземочки. Я только на первой остановился. Так, отлично, с этим разобрались, забрали плюшки. Так, что у нас по шарику получается? Ну, я однозначно буду забирать скин, пока на троечку собрал. Ну, не особо так уж и много, скажем так. В общем,
вот так вот, ребят, буду я вам в течение дня писать, поэтому не спешите, копите, все равно до 5 числа попытки не сгорают, и тогда можно уже достоверно уже будет получить разные плюхи, то есть некуда спешить, поэтому ждите уже полный список и... Или пишите в комментах тоже под видосом. И только пишите так, чтобы, знаете, как обычно бывает, пишут, а потом оказывается, ой, это не так. В общем, ждем Пасхи. Всем удачи, всем пока.